Сотрудниками отдела уголовного розыска управления МВД России по Одинцовскому городскому округу задержан подозреваемый в грабеже. Уроженец одной из стран ближнего зарубежья вошел в торговый павильон в Звенигороде и попросил показать ему мобильный телефон. Затем покупатель достал из-под куртки некий предмет, завернутый в пакет. Угрожая продавцу, злоумышленник похитил 5 смартфонов и скрылся. В дальнейшем выяснилось, что мужчина угрожал сотруднице магазина, завернутой в пакет вешалкой для одежды. Установить личность и задержать его оперативникам помогло изучение записей камер видеонаблюдения.